аналитическая программа «Реальное время». Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. Сегодня мой компетентный собеседник, известный российский экономист, академик Российской академии наук Сергей Глазев. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю вот эти ближайшие 60 минут отработать в таком жестком режиме. Давайте. И реально показать нашим телезрителям, что есть план Сергея Глазева. Но я начну все-таки с заявления, которое пришло накануне из правительства. В частности, премьер заявил следующее. Рост экономики будет нулевым или в отрицательной зоне. Я потрясен этой фразой. Я не знаю, как вы ее восприняли, но я-то воспринял, что кабинет министров расписался в своей неспособности, по крайней мере, по текущему году. Ну, с точки зрения семантической, это, помните, была сказка «Королевство кривых зеркал», где плохое выглядело хорошим, красивое – уродливым и наоборот. Вот такого рода фразы – это из этой сказки. Если бы мы имели дело с математической зависимостью, ну, даже математики так не выражаются. На самом деле, рост должен быть около 8% в год по всем параметрам нашей экономики. Наличие производственных мощностей 40% стоит производственных мощностей, потому что нет возможности взять кредит под оборотное средство, под загрузку мощностей. Занятость, скрытая безработица, позволяет нам говорить о возможности увеличения выпуска продукции примерно на 15% к существующему уровню без найма дополнительных работников. Это даже без внедрения новых технологий. Природные ресурсы мы отправляем на экспорт, хотя наша бывшая провинция Финляндия сегодня 10-кратно больше на кубометр леса производит готовых изделий. С научно-технической точки зрения наш потенциал востребован процентов на 20%, судя по тому, сколько людей уезжает за границу реализовывать там свой проект. Уезжает, потому что там нет проблем с деньгами. Там их можно взять уже в Европе под отрицательный процент. Вам их дают. Вчера Евроцентробанк подтвердил. Вам дают их с премией, да, лишь бы вы работали, производили продукцию, осваивали новые технологии. Если у вас есть идеи и хорошая репутация, вы можете взять любое количество денег на любой срок под разумный бизнес-план. У нас же, наоборот, искусственно создан денежный голод, дефицит денег, и при наличии огромного количества простаивающих ресурсов мы падаем вниз. Хотя мы должны были бы расти, что даже без структурных изменений, о которых все говорят, и талдычат, та же Ксения Юдаева и другие руководители, даже при нынешней структуре возможен серьезный рост российской экономики. Даже при нынешней структуре, при грамотной денежно-кредитной политике, при контроле за целевым использованием денег, бизнес обеспечит рост производства на 8-10% в год. Об этом говорили бизнесмены из деловой России, из опоры России, об этом говорят наши макроэкономические расчеты. И объективно, и с точки зрения мотивации бизнеса, есть возможность, желание и готовность выйти на быстрый экономический рост, поскольку огромное количество свободных ресурсов, у людей множество идей и планов, но, во-первых, высокие процентные ставки, которые безумны для производственной сферы, они в 3 раза выше рентабельности обрабатывающей промышленности, чудовищная волатильность курса рубля, которая делает невозможными никакие долгосрочные планы, оставляет людей, так сказать, без работы. Потому что в таком макроэкономическом хаосе, который создан, планировать деятельность ни один рыночный предприниматель не может. Могут только государственные структуры, которых страхует бюджет. А с точки зрения частного бизнеса, условия, созданные нашими псевдолибералами, просто убийственны. Ну вот заявление Эльвиры Набиуллиной, которое прозвучало буквально на днях, что отрадно темпы падения все-таки замедляются, утверждает глава Центробанка. Если не будет каких-то новых внешних шоков, вновь, значит, ссылаются на внешние шоки, мы рассчитываем, что к концу года экономика начнет переходить в положительную область и начнет расти. То же самое. Я не понимаю, это мантры такие? Это, понимаете, утверждение о том, что все идет к лучшему, потому что падение замедляется. Ну, это, в общем-то, из серии тоже «Королевство кривых зеркал», потому что ситуация усугубляется в действительности. Для того, чтобы мы вышли на экономический рост, нужен рост инвестиций. Сначала рост инвестиций, потом рост производства, если мы говорим о структурных изменениях. Для того, чтобы были структурные изменения в плане повышения технического уровня производства, диверсификации экономики, нужны инвестиции, которые
обеспечит рост производства и повышение эффективности, а значит снижение инфляции. То есть для снижения инфляции нужны инвестиции. И для экономического роста они нужны. Центральный банк своей политикой делает инвестиции бессмысленными. Предприятия, которые вложились до этого перехода к свободному плаванию курса рубля и повышению процентных ставок, они сегодня практически все банкроты, потому что они не рассчитывали на то, что будет полный хаос с курсом рубля. Они не рассчитывали на такую дороговизну кредитов. И те, кто инвестировал сегодня в тяжелейших условиях, мало кто может продолжать инвестиционные проекты, а те, кто воздержался, сегодня хранят деньги в иностранной валюте. И при таком макроэкономическом климате выйти из стагфляционной ловушки невозможно. Это только в абстрактном мышлении монетаристов представление о том, что чем меньше денег, тем ниже инфляция, значит больше предпосылки для роста инвестиций. Сергей, это... А тогда вот вы мне объясните.